никак не понимаю, почему он пошел на эту дорогу. Учил русский, английский язык, хотела, чтобы учился и побывал во всех странах. Он в 10 классе побывал в тюрьме. В 10? Да. А за что? Статью 142. Поэтому после тюрьмы он работал в хлебопекарне. Сперва в стройке, потом в хлебопекарню работал 5-6 месяцев. Потом пошел в Россию, хотел жениться. Работал, потом женился. У него один ребенок, жена. Прошу прощения у родственников, которые погибли. Они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы. Я прошу прощения. Зачем? Зачем ты этого сделал? Для чего? Для кого? Ты хелбача нам где-то оклоняк борьба. Мирох рафтаниш динам йогна додитама. Мама даст твои хатмута. Мебурду меспориду мелисподачу. И корак арди бача.